пресс-службе Минтранса сообщают, что жители ДНР, решившие очно проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы, смогут бесплатно добраться до избирательных участков при помощи железнодорожного транспорта. В сообщении сказано, что с целью обеспечения реализации прав жителей республики, имеющих гражданство РФ, на участие в голосовании на выборах в Государственную Думу с 17 по 19 сентября будет организовано железнодорожное сообщение до станции Успенская из Ясиноватой, Макеевки, Харциска, Зугреса, Иловайска, Амвросиевки. Отправление поезда для голосующих со станции Харциск в пятницу, субботу и воскресенье назначено на 5:40. Запись на бесплатные автобусные и железнодорожные рейсы предварительная через информационные центры ДНР по месту жительства.